Всем привет подписчикам, случайным зрителям. Вот МР-1000DX, прессуем сено, гектар. Вот так получается. Сейчас в деле покажу. Напрессовали уже. Тюка. Сейчас снимать. В общем, вторая пониженная. Бомб включили. Удобно и снимать, работать. Так что последний ряд вам покажу, как пресс работает. Во время в обрез. Брать надо сено, закупать и вывести еще. Всем пока, до новых видео. А тюки ставлю боком на всякий пожарный, если дождь пойдет, чтобы площадь меньше намокала в тюках. Вот так и работаем. Все, до новых видео.